Ямал готов к проведению всероссийской переписи населения. Ее основной этап пройдет в регионе с 15 октября по 14 ноября. Ямальцы смогут принять участие в переписи несколькими способами. Онлайн на портале госуслуги до 8 ноября и до 14 ноября в очном формате. Будет организована перепись на 153 переписных участков, то есть куда может подойти любой житель, который не желает по каким-либо причинам, чтобы к нему приходил переписчик, это его право. А также будет проводиться в 15 многофункциональных центрах, которые охватывают у нас все муниципальные образования, где будут наши представители, контролеры. Мы придерживаемся при организации трех основных критериев. Первый – это безопасность, второе – это доступность, и третье – конфиденциальность. Если говорить про доступность, я сказал, что есть несколько вариантов принятия участия. Если говорить про безопасность, то все переписчики и волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты в связи с все-таки с определенными нюансами, на которые накладывает на нашу жизнь пандемия. И если говорить о конфиденциальности, то следует отметить, что все данные, которые переписчик будет запрашивать, они не требуют никаких документальных подтверждений. То есть переписчик записывает информацию со слов гражданина, который участвует в переписи. Переписчик будет иметь при себе шарф, портфель с символикой переписи и специальное удостоверение. Сведения будут использоваться в обобщенном виде и станут основой для принятия стратегических решений по социально-экономическому развитию округа.